Меня дорога к храму с куполами, и просил-то я немного, только не устами. Я душой просил и сердцем: помоги ты людям, Боже, от огня не возгореться и от пепла тоже. Я душой просил и сердцем: помоги ты людям, Боже, от огня не возгореться и от пепла тоже. А на храме золотые купола от солнца, они дарят людям радость, и она вернется. Постучит к тебе тихонько, ты ее услышишь. Пусть в душе твоей не сладко, ты живешь и дышишь. Постучит к тебе тихонько, ты ее услышишь. Пусть в душе твоей не сладко, ты живешь и дышишь. Златоглавый храм, а на нем кресты. Что же делать нам? Боже, подскажи, как нам дальше жить без войны и лжи, верить и любить. Боже, расскажи. Стоял перед стенами, я стоял и слушал, как молились люди в храме о заблудших душах. Они ждали, что ответит голос им негромкий, как свеча им путь осветит, проведет в потемках. Они ждали, что ответит голос им негромкий, как свеча им путь осветит, проведет в потемках. Златоглавый храм, а на нем кресты. Что же делать нам? Боже, подскажи, как нам дальше жить без войны и лжи, верить и любить. Боже, расскажи. Жить без войны и лжи.